Приветствую вас, дорогие друзья, на связи Ольга Каурова. Сегодня мы с вами рассматриваем еще один сервис бесплатной раскрутки видео на YouTube. Один из них я уже показывала вам, это Top Followers. И теперь мы рассмотрим еще один. Специально не проходила без вас регистрацию, мы сделаем это сейчас с вами все вместе. Вы видите, как выглядит сайт. Нажимаем «Присоединиться». Кстати, почитать о сервисе, продвигать как свой канал, что это, вы сможете самостоятельно. Мы сейчас пройдем регистрацию. Присоединяемся. Понятно, что надо ввести свои какие-то данные. Подтверждаем капчу, что мы не робот. Нажимаем «Зарегистрироваться». Кстати, можно было зарегистрироваться через аккаунты ВКонтакте, Google+, Twitter, Instagram. Ну, я ввела обычные свои данные. Смотрим, что у нас. Регистрация завершена. Войти в личный кабинет. Входим в личный кабинет. Осталось нам войти. Входим. Для завершения авторизации подтвердите почту. Ну, понятно. Переходим в почту. Письмо на почту пришло. Нам остается кликнуть по ссылке. Активироваться. Замечательно. Войти в личный кабинет. Мы попали в личный кабинет. Чтобы заработать коин, запустите UTK клиент справа наверху сайта. Запустить. Запускаем. Что у нас произойдет? Нет привязанного аккаунта. Добавить аккаунт Google. Хорошо. Добавим аккаунт Google. Выбираем. Ну, управление разрешаем. Добро пожаловать. У вас 500 коинов. Просмотрено 0 видео. Уровень 1. Запустите. Клиент 1. Запустить. Хорошо. Запускаем. Что-то нас заставляют просмотреть. Само прокручивается что-то. Само показалось, само ушло. Видимо, у каждого задан свой какой-то промежуток времени для просмотра. В общем, ребята, чтобы заработать ежедневный бонус, надо просмотреть 50 видео. 500 коинов у нас есть. Рефералов нет, но мы только что зарегистрировались. И теперь, так, выполнить задание. Если мы переходим в эту опцию, добавьте, подпишитесь на канал. Заработаем 150 коинов. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Добавить комментарий. Есть штрафы. У вас штрафов 0 за штраф за снятый лайк. 400 коинов. А сейчас я хочу показать вам, что произошло на сайте после того, как я запустила вот в правом верхнем углу, значит, вот кликнула на эту оранжевую кнопочку. То есть у меня работала вот эта вот система автоматического показа видео. И как вы понимаете, волей-неволей набежало у меня тут вот 12160 коинов. У меня появились тут вот люди, кто отреагировал на мою ссылку. Более того, у меня получилось, что компьютер сам показал 50 видео. Я получила бонусы. Могу их теперь забрать. 500 еще коинов. Вот видите, у меня здесь изменилось, увеличилось. Показывает о том, вот, какие видео, за сколько чего там у меня зарабатывалось, зарабатывались эти монетки. И я добавляла задания, можно посмотреть теперь на те коины, которые у меня есть, выполненные. Вот я 25 просмотров заказывала на одно видео, 100 просмотров на другое видео, 30. Но получилось, что вот даже чуть больше. Все это выполнено. Плюс я заказывала подписчиков. Ну вот 40 подписчиков я заказала, 4 уже подписались. Еще это в работе. Факт тот, что при запуске вот этой опции запустить UT-клиент, я еще раз повторюсь, в Chrome у меня здесь как бы второе окошко такое открывалось. И вот когда мы его запустили, покажу небольшую такую фишку. Вот я сейчас еще раз его запущу. Что я делала? Я убирала звук. Видео подбираются сами вот этой системой. Видите, оно само меняет
эти видео. И маленькая такая хитрость. Для ускорения я ставила скорость максимальную. То есть видео показывалось, но с ускоренной прокруткой этого видео. Вот таким вот образом у меня получилось, что довольно быстро зарабатываются монетки, которые позволяют мне добавлять свои собственные задания и раскручивать свои конкретные видео на YouTube. Вот сейчас я добавлю еще одно задание. Я добавлю еще этот же канал. Вот он сам написал, какой канал. И количество. Я покажу количество, что мне нужно еще, скажем, 50 подписчиков. Максимум пускай будет 10. Так, только надо было выбрать опцию подписчики. Именно количество 50. И вот он мне показывает, что нужно 12500 коинов. 10 максимум. Ну вот, нажимаю добавить. Я сделала заказ. Подписчики добавлены к уже существующему заданию. То есть, если посмотреть мои задания, подписчики. И вот теперь было 40 плюс 50, вот 90 подписчиков я сделала такое вот задание. Ну, в общем, я основные все опции здесь показала. Осталось у меня вот еще 424 монетки. Пусть оно у меня продолжает там работать. Как вы понимаете, вот оно само прокручивается, само вот сейчас дойдет до какого-то момента и автоматически произойдет смена видео. Сейчас вот увидите, такая радуга появится для смены. То есть программа это делает автоматически, без моего участия абсолютно. И идет переход. Как видите, здесь вот показывается, сколько чего, статус, просмотр, остановить. Это вот окошечко, которое я не закрываю, только сворачиваю. Вот, вы видите, идет загрузка автоматически следующего ролика, который участвует тоже в этой системе. Вот таким вот образом работает этот сервис. Так что всем желаю воспользоваться таким хорошим инструментом. С вами была Ольга Каурова. До новых встреч. Пока-пока.